К другим новостям. Как должен выглядеть городской округ Люберцы? Дать ответ на этот вопрос жителям муниципалитета предстоит 18 марта. А все потому, что именно они должны решить, какие территории нужно благоустроить в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Накануне об этом проинформировали люберчан в ходе волонтерской акции. Выбрать, какие именно территории нужно благоустроить, предстоит жителям сотен городов России. Прямое участие населения стало обязательным условием реализации проекта. Так, в Люберцах на голосование вынесли 4 объекта. Это Центральный парк, проспект Победы, сквер на 3-м почтовом отделении и пешеходная зона в центре города. В рамках проекта «Комфортная городская среда» жители 72 регионов могут проголосовать за благоустройство общественной территории. В городском округе Люберцы представлены 4 такие территории, но можно будет выбрать только 2. Вообще, я считаю, что это отличная возможность самим решать и благоустраивать свой город. Жителям Подмосковья выбрать объекты благоустройства предстоит 18 марта, в день выборов президента России. Результаты голосования опубликуют на сайте среда.мо2018.ру. Объекты, которые одержат победу в опросе, начнут благоустраивать уже в этом году. Анна Троян, Мария Антонова и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.